Всем приветики. Хотел бы вам показать новогодний режим в игре CSGO. Его добавили еще в прошлом году. В самый первый раз его добавили в прошлом году, но я не успел заснять его, хотя хотел. У меня тогда не получилось, потом его удалили, и все, я не успел. А сейчас, в этом году, его снова добавили, и сейчас мы на него взглянем. Начинается все с того, что падает снег в игре. Так, вот он красиво падает. А падает он везде, при запуске игры, в главном меню игры, во время загрузки игры. На картах, по-моему, он не падает. А сейчас мы перейдем на какую-нибудь карту и посмотрим, как это все выглядит. В данный момент загружается карта, тренировка с ботами, обычный режим. И как вы видите, на самой карте падают тоже снежинки, именно на фоне этой загрузки тоже падают снежинки. А теперь мы находимся в игре, и в игре снег уже не падает, то есть он падает только в менюшках. Вот. Есть у нас такая вот кучка. Так, надо ботов всех остановить сейчас. Итак, мы остановили ботов, мы увеличили время раунда. И в игре у нас, получается, есть такая вот кучка. Кучка снежков на базе обоих команд. Террористов и полицейских. Мы подходим, нажимаем Е, и у нас берутся снежки максимум 3. Когда мы их взяли, мы можем ими бросаться. В этой куче они бесконечные, но с собой можно носить только 3. Когда мы их кидаем, они улетает в стену и так красиво по ней размазывается. Как настоящий снежок. Падает, разлетается и так потихоньку разбивается об стену и потихоньку падает на пол. Вообще красиво выглядит. Вот, если в нас попадают снежком, то есть если вот, например, мы, и в нас попадают снежком. Кстати, у снежка есть траектория, то есть если его вот мы кидаем так, он полетит по дуге, то есть он упал не туда, когда мы целились, а вот сюда, ниже. То есть, чтобы мне сейчас кинуть ему в лицо, нужно целиться куда-то вот вниз этого шарфика. Вот. И когда мы кидаем его в лицо, то у него прямо его ослепляет. Как это выглядит? То есть мы подходим к стене и вплотную бьем. Вот так это выглядит, когда в нас попадают снежком. То есть, таким вот образом. И такой как бы, ну прикольно. И такой снег как бы стекает с лица. Красиво сделали, вообще классно. Сейчас на солнце посмотрим, так лучше будет видно. Красиво. А если кидать противника, то это тоже наносит ему урон, но маленький. Вообще это сделано как забава, то есть чтобы по приколу можно было бегать, кидаться снежками. Жалко, что они у меня заканчиваются. Сейчас гляну, можно ли их сделать бесконечными. Да, снежки можно сделать бесконечными, почему-то я сразу об этом не подумал. Просто прописываем Infinity Ammo и можно ими кидаться сколько хочешь. Вообще классно. Если вот зайти с друзьями на какую-то карту, где вот команда их, команда вас, и бегать, кидаться снежками вот до победы, это очень круто. Так, как бы, ну, такой прикольный режим. Вот на враге. Это выглядит как-то вот так.
Если попадаем ему в лицо, его тоже ослепляет. Ну и снежком можно убить. Но только придется делать это очень долго. Вот. Показано, что я только что убил снежком бота. Таким вот образом это выглядит. А сколько отнимают при этом? Ну, пока что я не могу сказать, потому что надо, чтобы меня кто-то покидал. Сейчас я попробую найти кого-то. Ну, в общем, я нашел человека, который мне поможет в этом. И в данный момент мы с ним играем. Это в лицо, это 5 снимает хп. Не, ну это прикольно на самом деле. Пять хп. Пять хп. В лицо это 5 хп, а в тело... Он мне почему-то все время в лицо кидает. Не, все равно. Ну, в общем, если в лицо, это 5 хп. Я не знаю, почему так получается. Он специально или случайно? Или как так? Ну, в общем, по 5 хп снежки снимают, я так понимаю. Но в тело должно, по-моему, меньше снимать. 4 или 3 хп? Нет, все равно 5 хп снимает. В общем, снежки снимают по 5 хп. Вот. А когда тебя убивают, то появляется рамка. Должна появляться рамка. Сейчас он меня убьет. Появится такая рамка праздничная. Вот, это одна из рамок. Такая синенькая. А есть еще и красненькая. В общем, есть две рамки. Одна синенькая, другая красненькая. И сейчас попробуем вторую рамку. Но синяя рамка. Ну, рамки, в общем, две. Просто ее еще нужно споймать. Они случайно появляются случайным образом. Вот, из рамок получилось пока что видеть только синюю. И еще здесь есть в этом обновлении еще такая штука, как праздничные свитеры на курицах. Вот так вот. Он выглядит, этот свитер. Такой зелененький. С не с елочками, а с такими щипцами. Щипцами от диффьюза. Вот. И такие вот курочки здесь бегают. Вот, и помимо этого всего, что вы уже видели, сейчас попробую вам показать красную рамку. Но для этого надо, чтобы меня убил какой-нибудь противник. А нет, вот была красивая рамка с такими красными... Я даже не успел рассмотреть. Ну, в общем, красивые листики зеленые, красные фонарики или что-то такое. А была еще одна рамка. То есть здесь рамок больше, чем я думал. Не только две, уже как минимум три. Но это мы видели.
И еще одна должна быть. Да нет, рамок больше. Это уже... Это уже четвертая. Вот, вот про это я говорил. То есть при убийстве вскакивают разные интересные рамочки такие вот. Я думал их две, потому что я видел только синюю и красную, а оказывается их больше. Может быть их вообще 10, например. Вот. Вот, ну в общем-то это все, что добавили в игру. Снег, снежки и... на курице свитерки, а еще и рамочки. И, но основным, конечно же, является это снежки, такое как бы такое прикольное, такая прикольная штука, как бы созданная для веселья. Вот. Ну а на этом все. Всем покедова.